Так, здравствуйте всем. Давайте карманем самого мотыльком. Кошерной пищей, как пишут некоторые. Опа, выключим им сейчас мы течью. Так, ну такое количество. Это так, перекусить. Они с каждым днем все больше и больше лупашут. Ну и растут они соответственно. Посмотрите, какие они. Еще неделька-две, они уже продажные будут. Эй, кусок какой упал. Сейчас он разлетится. Ну, этот мотыль, конечно, получше, чем был у меня до этого. Там такой был кровавый, что жир мороженое, перемороженный, видно. Ой, упал, он прямо туда. Ну, ничего, они оттуда достанут. Они, кстати, вылазят из этих вот песчаничков. Там он улитки, я смотрю, понабивалось он. Сейчас зашевелится тут дно. Оно уже зашевелилось. Вон там, вон, гляньте, что творится. Блин, рука мокрая, сейчас я попробую. Зум, зум. Ну, видите, как шевелится все. Шевелится все дно. А эти самы на таблетосах сегодня. Ну, на дыртюхе, на комбикорме. Я вам дыртюхе намолол. Там, что там у меня? Как вы знаете, я молю вот этой штукой. Там, короче, две вот таких закладки Гамаруса. Одна полная тетрихлопия. Одна полная гранулы. И одна полная эти как? Спирулины две. А, не одна, одна спирулины таблетки. Да-да-да, одна. Одна, короче, кофемолочка. Ну, это вышло. Ну, там чуть-чуть осталось, это коробочка, и там чуть-чуть осталось. Этим, естественно, Валерчику побросал уже таблеток целых. Эти похавали такое все тут. Вот, блин, жужа, селедка. Я тебя чуть не раздавил. Под ногами носится, он разбирает потихонечку цветочек, она тут. Так, что тут у нас? Едят? Едят. А то он берет корм в рот и останавливается. Перекалампошивает его. Слышно, тут соточка железная есть самов. Железно. Ну вот я обратил внимание, сколько они у меня уже, какое поколение у меня получается самов. Крапчатые растут быстрее, чем альбиносы. Ну, крапчатые, соответственно, серые в точечку. Ну и белые эти альбиносы, прострелы. Это ненормально, по-моему. Крапчатых белых, это, наверное, я так думаю, это прострел. Коридорос их. Я имею в виду альбинос, коридорос, ну, я такого. Ну, белый прострел, короче. Хотя многим людям нравится. Но растут они медленнее, чем сами крапчатые. И это я уже обращаю внимание не в первый раз. Не намного, но все равно они меньше основной массы. Основная их масса меньше, чем вот масса крапчатых, вы поняли, да? Что я имею в виду? Так, ну все, что? Кто шорт смотрел, мой коротыш, он скатку освободил. Я уже помыл ее, убрал, приготовил ее под кого-то еще. Те малыши все тут, добавил сюда водички. Водички добавил, там еще как раз осталось артемушки чуть-чуть у меня. Вон там еще, она вчера у меня появилась, он уже новая. А когда я ее заквасил? Вчера, по-моему, я заквасил. Завтра должна быть. Вот два дня она делается. Меньше просто стал сыпать яиц. То я сильно много яиц сыпал, поэтому она долго выходила. Что вы тут, головы? Что вы, головы? Давайте, давайте. На травяной пище. На травяной пище. Тут сейчас количество, конечно, их большое. Вода быстро тут у них портится. А ну, не, ну еще не воняет. Но неделя еще не прошла, она, видите, молоко хапануло почему-то снова. Да потому что количество, извините меня, ого-го. Да было, по-моему, больше у меня, да? Это надо будет не вот этих отсюда убирать и тех переселять сюда. Ну все, как бы, что, пошли, вам покажу. Еще, что, там вот одна скатка, две скатка, две, два нерестовика заряжены. Жуля с ума сходит, да, Жужа? Жужа. Жужа, блин, во рту тягает мочалки мои. Ей понравилось играться вот тут в моем хламе всем аквариумном. Вытягивают отсюда все. Смотрю в комнате, хоп, пробежала в залу. С мочалкой в зубах. Где она ее нашла? Я ее потерял, вот эту желтую. Она ее где-то нашла. Да, Жуженита.
Ох, и ой-ой-ой, Шкода. Ай-яй-яй-яй-яй. А, и тут же уже самые, смотрите, какие взрослые. Тоже тут два десятка их плавает. Все, пошли в интернет и покажу вам уже накормленных пузатых. Ну, я еще сухарька чуть-чуть подбросил, потому что я оставил им на завтра на утро чуть-чуть рачка. О, тут красота. Помпочка у них, потеки. Ничего страшного. На скорость это не влияет. Водичка у них, видите, какая кристально чистая. Вообще чистенькая-чистенькая. Вот они уже понаедались. Вот видите, вот одна команда тут в основном под листком. Тут банда сидит. И вот под низом, вот там вот еще шайка-лейка, видите? Вот гоп-компания там собирается. Они на три бригады разделены, они так вот. Вот тут, вот там и под низом. Ну это сейчас они доедают. Наверное, рачков, хотя я видел, уже не стрыбают. Это вот это, если кружат, вот это пыль, это яйца. А не рачок, он стрыбает, рачок. Ну хай доедают. О, оно что-то он малое пытается даже клевать, что-то вообще таблетос, или что. Хай клюют. Что тут икра-то? Он еще лежит, еще икра вот висит. Вон, видите, две икринки слева по центру, слева он беленький. Вот то икринки кориков, те, что тут живет пара. Ну, тут одна самка, два самца. И один анцик уваливай. Вот смотрю, надо словить мне вот эту подругу. Она вот-вот должна разродиться. Гупешек нету, мало. Смотреть, главное не прозевать, чтобы она пряталась. Начнет ныкаться, надо отсаживать. Ну, если что, на крайничок у них тут есть рогалисничек, где сховаться. Все, эти тоже накормлены. Все накормлены, напоены. Тут уже неделя с плюсом, вода не менялась. О, 6-7 минут почти налилякали. Все, астрики растут. Астрик уже этот такой матерый. Вот этот ровный. Этот, конечно, криворотый. Куда я смотрел? Ну, тогда у меня глаза разбегались. Их всего только двое с таким окрасом были. Именно с оранжевыми такими вот узорами. Все, всем спасибо за просмотры. До новых встреч в эфире. Обнял, приподнял. Прощаюсь в какой раз уже, не знаю. Подбросил, не поймал. Вот так. Мир, дружба, жвачка. Всем пока.